школе номер 47 во Владивостоке провели полную реконструкцию стадиона. Уже завершили укладку прорезиненного покрытия, оборудовали баскетбольную площадку, зону воркаута, прыжковую яму и беговые дорожки. В данный момент рабочие укладывают искусственную траву на футбольном поле. Стадион просил ремонта уже давно, вот, не могу сказать, что он прям был прям в плачевном состоянии, но реконструкция всегда нужна, обновляться всегда нужно, потому что тренажер имеет свойство быстро устаревать ввиду наших погодных условий, поэтому да, необходимость была, услышали, сделали. Всего в этом году будет отремонтировано 20 пришкольных спортивных объектов. Кроме того, во Владивостоке завершается капитальный ремонт 5 школ, а также центра образования ступени и корпуса лицея номер 3 по улице Главной, 39. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.